Добрый день, уважаемые партнеры и гости нашего портала. Вашему вниманию представляется очередной видеоролик обзор инвестиционного фонда от команды первого банка мониторинга fairmonitor.com. И сегодня героем нашего сюжета становится новичок из раздела VIP-листинг нашего хайп-монитора проект Baitly. Baitly – это сыгранная команда молодых профессионалов в области вычислительной техники и информационных технологий, которая, судя по скромной информации, что имеется на сайте проекта, занимается анализом колебаний курса электронных валют с последующими торгами на фондовом рынке. Хотя достоверную информацию о сфере деятельности проекта могут предоставить лишь его создатели, так что это все лишь наше предположение. Сайт Baitly имеет очень простой и понятный для каждого дизайн. На главной его странице пользователи могут ознакомиться с новостями фонда, почитать правила, узнать ответы на часто задаваемые вопросы, связаться с администрацией, а также увидеть маркетинговое предложение и общую статистику проекта. К слову говоря, кроме понятного интерфейса, на сайте Baitly установлена еще неплохая защита от взломов. Здесь она представлена SSL-сертификатом от Комода и софтом от компании DDoS Guard. Собственно, по нашему мнению, этого вполне достаточно для безопасной работы. Маркетинг проекта состоит из трех тарифных планов со сроками работы инвестиций в 15 календарных дней и с депозитом, включенным в выплаты. Первый тарифный план доступен инвесторам с депозитом от 5 до 499 долларов. В данном тарифе по истечении инвестиционного периода вы получите 140% общего возврата средств по 4,66% каждые 12 часов. Второй тариф приносит 160% общего возврата по 2,5% каждые 6 часов. Для того, чтобы инвестировать в данный план, необходимо иметь в своем портфеле сумму от 1 до 3000 долларов. Третий тариф позволяет получать ежечасные начисления прибыли в размере 0,44%, что по истечению инвестиционного срока составит 150% общего возврата. Лимиты вкладов здесь установлены в пределах от 500 до 999 долларов. Инвестировать в Baitly или вывести из него средства можно посредством Perfect Money, Payeer или Bitcoin. При этом все финансовые операции производятся моментально, а минимальная сумма вывода установлена в размере 10 центов. Не стоит забывать, что у Baitly, как и у любого достойного проекта, есть и партнерская программа. Согласно ее условиям, вы можете получать вознаграждение от трех уровней партнеров по структуре 7% от суммы вклада рефералов первого уровня, 2% от второго и 1% от депозита партнеров третьей линии. Личный кабинет инвестора Baitly обладает хорошим функционалом и информативностью. На главной его странице вам доступна сводная финансовая статистика вашего аккаунта, а также реферальная ссылка для приглашения партнеров в свою структуру. В разделах же, что расположены слева, вы можете внести депозит, заказать выплату, посмотреть историю операций и инвестиций, ознакомиться с активностью вашей структуры, получить рекламные баннеры проекта, а также установить платежные реквизиты и настройки своей учетной записи. Поддержка пользователей Baitly производится через онлайн-помощника, систему тикетов, а также по электронной почте, адрес которой вы найдете вверху сайта. Там же есть и ссылка на группу проекта во ВКонтакте. Так что любители социальных сетей смогут наблюдать за новостями и акциями Baitly удобных для них образом. Ну вот и все на сегодня о данном фонде. На прощание отметим, что проект Baitly участвует в страховой программе нашего первого банка мониторинга, так что все наши партнеры могут застраховать свой вклад и инвестировать средства совершенно безопасно. Заказать страховку на вклады в этот проект вы можете на портале fairmonitor.com или в чате нашего монитора в Telegram. Приятного дня, дорогие друзья!